Алло, алло, шер, алло, шер, алло. Алло, заебал. Ну. Алло, заебал, алло. Заходи! Брат. A player has connected, respawned. Ого, приезжал. Здравствуйте. Блядь. Здравствуйте. Сломалось. У тебя все нормально, здравствуйте. Иди сюда, сука. Мы иди погоди. Сюда, иди мой сюда. Цепной, а мой цепной ты пес. Цепной, иди сюда. Погоди, подождать немедленно. В тебя вошел дед. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Итак, дорогие. Нет, блядь. подожди. Давай так. Эта игра будет заставлять нас посраться друг с другом. Очень сильно, понимаешь? Эта игра будет вынуждать нас разосраться вдрызг. Давай заранее сейчас с тобой договоримся о том, что, что бы ни случилось, мы в любом случае друг друга возненавидим. Батари. Бля! Нет, еще один. Можешь со мной взаимодействие. Я не понимаю. Это мой личный скаковой пес. Слушай, нас уже тут не любят. Нам сказали, что нужно сбежать из ада. То есть мы в аду, да? Да. Приятно. Я в аду с тобой. Где Думгай хуярить? Я в аду с тобой, почему-то я не удивлен. Да, тут я когда-то тренировался по утрам. Залезай! Я тебя тяну! Я наматываю тебя! Давай, намотай! А как ты это сделал? Как ты закарабкался? Да, мне пошел. Куда ты пошел? Залезай. Да нет, спасибо. Нас куда-то ведут. Ты, блядь, чисто брелок, нахуй. Знаешь, что прикол? У нас цепь, ну типа, да, да, радиус понял, небольшой. То есть мы сразу побежали, да? Мы сразу поехали. Да, да, а что? То есть мы сразу пошли. Давай, бэхоп, банихоп. Давай, смотри, как. Ну, какой твой прогноз? За сколько мы пройдем эту игру? Как думаешь? Блядь. Ты хули встал? Ты хули встаешь? Надо синхронное здесь оформлять. Надо прохождение. Да, оформлять. Так, ну вот это уже чекпоинт, правильно я понял? Это чекпоинт так выглядит? Да, ко мне... Ой, смотри, летает! Да, летает. Летает. А он со мной летает? Или с тобой он летает? Со мной летает. А, то есть это какой-то сюжетный хер. Кстати, на шип бежать. Я не советую, конечно. Ты зря ты сказал. Злоупотребля... Ты куда, брат? Брат, я держу! Я держу! Куда? Залезай. Ну на мне держится все, я так понял, сегодня. Да. То есть смотри, нет, давай так, смотри. Здесь нужно следить за собой. Представь, что это only up на одного человека, если каждый будет следить за собой. Просто ты просто ко мне какой-то, блядь. Да, чисто какой-то хер рандомный присоединился в онлайн, вместе с тобой проходит. Слушай, мне кажется, на эту желтую штуку наступать нельзя. Всем привет. Да, мы тут собрались играть в Chained Together, но я передумал. Ну это изи, это даже смешно, типа, ну сложности ноль. Ну да, это не так сложно, вот это... Очень быстро проходит. Просто да. Вместе прыгаем, тут, видишь, синхронно максимально мы сейчас поднялись. Мы максимально, и да. Прыгаем идеально, почти в тайминг. Все, на цепь теперь, куда все, ты побежал? Одел цепь на цепь. Вот здесь, тихо. Я застаю. Аккуратно, по коробочкам. Если что, можно зацелиться прямо от края, поэтому да, идем да, рядышком, чтобы цепь... Вот здесь, смотри, момент. Я смотри, такой... встаем в ширину. Надо, раз, надо два, перепрыгивать. Три, перепрыгнули. Раз, два, три. На счет три. Мой день. Раз, два. Ладно. А это что? А это что? А, они выкидывают. Да. Они выкидывают. Изи. Это изи. Это изи. А здесь надо просто по бортику пройти. Я рупер говна. Бля, ты... Ой, все, нет, погоди. Ты ищешь дырочки везде. Это не просто так. Блядь. Это не просто так. Раз, два, три. Ладно, нет. Да, куда блядь, ты? Нет, давай вместе. Давай. Нет, это, вот это вот надо давай, здесь. Ширину, и вперед, стоять, и вперед, стоять. Пошли. Поехали. Вот тупая. Блядь, да что ты делаешь? Да ёб твою мать. Я... Ты решил вот так вот, ну это типа, по полосе нет, препятствий? Все, да не надо. Не, ну понимаешь, что это самое начало? Это те самые два другана, которые через столб не могут разойтись. Спокойствие, умиротворение. Лифт поехал. Лифт поехал. Ой, сейчас я, будут вот кровати. Смотри, какой у меня идеально длинный, легкие смотри, прыжки. У меня длинный железный. Я просто съебался. Нам нужно подальше дойти сегодня. Молодого натягивай, подальше. Молодого. Я тоже хочу полетать. Я первый раз нет в памперсах. Да я брелок. Что ты нахуй?
Ты что делаешь? Блядь, я не могу. Я полирую, полирую лысиной кирпичную кладку. Ты тяжелый. Все, ты воняешь старый и тяжелый. Смотри, здесь есть вот эта тема. Блядь, Дуда, ебаный. Нет, смотри, срез. Нормальный, адекватный срез, да, адекватный, нормальный. Погоди, по кости. По пятке, да. И видишь, и нам не надо прыгать по этим вот этим. То есть мы тут срезаем, мы срезаем, да, чуть-чуть. Типа, это для спидрана, 2 секунды подрезать. Мне не кажется. Но это не обязательно, это не обязательно. Но типа 2 секунды мы так срезаем. Я сейчас просто. Да потому что я карабкался, а ты прыгал. Вот в этом прикол, и цепь остановилась. Понимаешь, тут надо еще думать, помимо того, что ты проходишь, и это сложно для одного человека. С тобой какой-то барелок, блядь. Да, с тобой еще какой-то талисман, который, ну. Вот я. Фак. Вот это, блядь. А как ты упал, меня интересует? Ты хуёвый, да. Да, блядь, ты меня назад тянешь, понимаешь? Блядь, давай аккуратно. Давай. Клячи свои, блядь. Я упал один раз, давай по-честному. Второй раз я упал по приколу, чтобы просто повисеть. Вот эти твои, я захотел повисеть, блядь. Попердолить над пропастью. Я могу себе позволить, в старости лет. Вот он, хоть вот какое-то развлечение. Вот дед. Вот ёб твою мать. Я что, просто я прыгнул. Я хотел помыть. Мотай меня. Мотай на Е. Я не могу залезть сам. Он не цепляется. Он физрука прогуливал в школе. Он не может пока на то поднимать. Хорош. Это что за приколы такие? Что за акробатические номера? Вот это я его вниз тяну. Это я его тяну. Это он меня тянет. Все правильно. Это все правильно. Ты понимаешь, что если один из нас затепится, то мы вдвоем улетим нахер? Пошли. Блять. Ну здесь было легко. Не, ну вот это, это так отдохнуть. Подожди, на спейсбар можно стоп слэмбинг сделать. Сейчас попробуем. Нет, не делай. Ну не сейчас, Да, вон там, видишь? Не, вот так сейчас. Видал? Нет, погоди. А ты бля, Я не буду, иди нахуй. Он не хочет рисковать. Ты куда, блядь? Я, блядь, летаю. На спасе. Ебать он, блядь. Я дрон местный. Все, здесь стоп. Вместе. На шифте. 2, 3. Бля! Кстати, игра весит 4 гигабайта, это очень странно. 4 гигабайта страданий. Да. Знаешь, это самые болезненные 4 гигабайта из всех, которые были. Ну, видишь, нам дали шанс выбраться из ада. То есть, ну, типа мы здесь ненадолго, ну, да, правильно? Типа мы выберемся. Мы же сегодня выберемся, правильно? Понимаешь, я всегда вот говорил, если... Наверх посмотри. Блять. Бля, ёб твою мать. Там орут люди. Это другие челики на этом серваке, которые... Слушай, я думаю, что я примерно похожие звуки буду издавать в скором времени. Да, ну на самом деле, надо сохраняться в трезвом уме. Хотя бы не... Как удалить его? Нахуй, пожалуйста. Блядь. Я держусь пятками. Ты меня просто намотал, да? Я тебя намотал. Ты меня просто решил намотать, помочь. Но у меня колени, суставы уже не те, понимаешь? Не то, что эти ваши молодые. Ты уже отваливаешь. Не то, что эти ваши молодые. Ну побежали. Они орут, бля. Нет, ору я. Смотри, хуйня. Смотрится и пялит. Из дума. О, где? Из дума, вперед посмотри. Блядь, нихуя реально, черт. Давай так. Из-за кого мы сейчас упадем? У того сегодня с ней будет секс. Такой БДСМ жесткий. Ну, с элементами насилия. Ты уже видишь мое желание, да? Вот кто первый, кто первый срывается? А кто доминатор? Кто доминатор в... Блядский рот. Блядь, натяни меня, брат. Я не хочу, чтобы меня потом она натягивала. Ты уже к ней хочешь, правильно? Нет. Ты собрался? Вот этот сучий момент. Мы на нем уже пятый раз. Смотри. Как мы можем вот? Нет, не через shift. Давай не через shift. На пробел. Давай знаешь как? Давай сейчас синхронно прыгнем, просто на месте, не вперед. Просто чтобы опять упасть на батут, а потом вперед. Два. Чтобы мы не улетели опять. Тупое существо, блядское. Я на 3. Во, можно распрыгаться. Тихо, пока не вперед. Тихо, давай вдвоем. Тебе вперед, ебашим. Да, все. У, тут еще один. И каруселька смерти. Ну давай, один. Там уже упали кто-то. Один. И два, слева по курсу падает. Три. Сойдет! Заебись! Нормально! Нормально! Мотаю тебя! Блядь! Мотай меня! Ты куда? Ты уже решил уйти? А вот это очень большой прыжок, здесь нужно распрыгаться. Давай, раз. Нет, мне кажется, раз. Два. Два. Три. Нет, еще один. Еще один! Еще! Я пошел заниматься. Ты как хочешь. Меня ждет там женщина.
одна. Ну, но да. Я не уверен в ее гендерном положении. Я уверен, бля, я хочу... А как думаешь, она... Я, повесьте меня, нахуй. Начали... Как думаешь, она... Я не хочу. Она кого постарше любит или... Я хочу под лаву, вон там лава. Постарше любит или помоложе? Она любит цепных псов, цепных псов она любит, интересно. У нее есть фетиши, да? Мы надрачиваем. Ну я тебя понял. Я брелок. Ты хочешь просто покрутиться? Хочешь, я тебя раскручу, ебало? Нет, я под текстуру. Блядь! Я хотел бы тебя намотать, чтобы ты, знаешь, был в упор ко мне, как рюкзак. И я бы просто сам проходил, а ты был бы рядом со мной. О, смотри, синхронно. Охренеть, мы летим. Но здесь на шифте надо, я считаю. Но здесь, ну, типа, упасть невозможно. Я тебя чуть-чуть подожду. Все, побеждали. Еще чуть подожду. Главное, чтобы ты меня не дернул за жопу. Дергать за жопу, я падаю, ты падаешь и издаешь такие же звуки, как сейчас издают черти, которые здесь тоже. Раз, два, три, четыре. Красиво, как балерины, бляха. Очень старые. Идеально, летим сразу вперед. Нет, не надо. Ты видел, как это было? Еще раз считай. Один, два, три. Блядские цепи на мне, суку. Не надо прыгать. Все. Нет, все. Еще раз считай, еще раз считай. Погоди. Один, два, три. Перфект. Вот, это перфект. Это перфект. Все. Это перфект. Что ждет дальше? Сюда. Пещерка, да? Ну, старая пещерка. Узкие, старая пещерка, да. Для старого старпера. Нет. Далеко не отходим, потому что это будет конец. Прикинь, на таких тоненьких. На тоненьких косточках. Это тоненькие косточки. Погоди, ты уверен? Да, кстати, маршрут давай простроим. Да, ты правильно. Ты к черепу. Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Погоди, а здесь прыжок меня. Можно оформить вот такой пиздатый. Ты так же сможешь? Ты сможешь так же? Хорошо. Смотри, тут есть мельница, возможно, она куда-то закидывает. Нет, не пробуем. А возможно, давай, она не закидывает. Конечно, не пробуем. А куда ты полез? Подожди, а там тупик же, нет? Правильно. А тут везде тупики. А, нет, не везде, не везде. Идем за мной. Блять, ты чё? Я так сейчас направо. Да. Я думал, ты меня сейчас зажжёшь. Я понимаешь, я очень, так сказать, боюсь, филигранно. Я филигранно нажимаю на эти кнопочки, чтобы прям вот лишнего нажатия не прошло. Я знаешь, как вот этот чисто сильвупле, бля. Сильвупле монсерами, да. А куда мы пошли, собственно? Вот, все, иди сюда. Подожди. Все, вот а может, если отсюда упасть на батут, ты потом взлетишь до конца левела, и мы перестанем страдать. Мы идем правильно. Ну, знаешь, спокойствие мне... Погоди. Брат, давай чуть-чуть... Давай маршрут. Ты посмотри! Я стесняюсь немножко, эта женщина смотрит на этот прыжок. Она смотрит, как мы будем прыгать. Ну, вот это вот. Ой, нет, я отменяю балл. Один, два, три. Нормально. Ну, да. Нормально. Да. Слушай, здесь знаешь, что надо будет сделать? Здесь надо будет очень быстро и заранее прыгать на эту штуку. Заранее, вот так, сейчас! Бежим! Еще! Хорош, бля, и лестница. Здесь еще одна лестница. Изи. Можно так до самого конца? Достижение дали. Да, это потому что... Бля, что это? Брат, забери меня, мотоболю. Ты понимаешь, что отсюда можно было пойти нахуй в самый низ? Ждем. Погоди, ждем. Вообще будем перестраховываться по максимуму. Лучше перебздеть. Все, поплыли. Стоямбус. Поплыли. Шипы не коцают как-то. Быстрее, жопой. Нормально. Пуль меня, пуль. Я тебя засейвил. Так, слушай, здесь какие-то чимичанги, тарелки. Я бы здесь пожил, реально. Слышишь, наверху кайфово, классно. Так, следующая лестница. Она обычная, да? Вроде никаких катапульт по нам не хуярит. Но пока нет, я не наблюдаю. Сейчас с баллистой просто болт прилетает в нас, нормально. И мы улетаем. Ты ебашь, пидор, прям на в рот баллисте, ей вот этой, да. Бля, ну ты понял, да, что надо сделать? Давай не сейчас, только не сейчас. Вот сейчас будем делать. Вот сейчас она пойдет. Сейчас, да. Как только она подходит, уже прыгаем. Куда она? Ты как это сделал? Прыгаешь сюда. Просто прыгай, следи, каждый следит за собой. Не смотри на меня, не обращай на меня внимания. Идем. Изич. Дальше, просто безопасная лестница. Не так. Но заметь, мы очень медленно сейчас по бочечкам. Брат. Давай так, ты прыгай первый, я стою максимально близко. Прыгай прямо через меня, ты меня не столкнешь. Во, видишь, цепи хватает.
То есть, теперь я стою на краю, ты прыгай. Ты прыгай. Теперь я прыгаю. Че, я паникую? Только не встань. Нет, сюда, хотя бы. Один мальчик спросил у Лички. Мы пройдем сегодня эту игру? Да, ответил ему Речка. Это был пиздеж чистой воды. Погоди, я стою, погоди. Я пройду сам! Своими дедовскими силами! Бля, как-то нет. Блять, какой он? Нихера себе, я прохожу с тобой брелком, нормально. Сойдет. Погоди, вот, все, я тут. Мне нравится такое прохождение, когда ты чисто внизу под текстурами болтаешься, как член. Да, ну слушай, вот это мы уже, мы как будто не боимся этого, да? Я брелок. Но здесь просто спокойно проходим, блять. Он спокойно проходит? Я спокойно стою на батуте. Это моя локация. Он меня просто не подкидывает, я, блядь, разжалел. Я так понял, должен сделать вот так. И ты, ну, давай распрыжка. И не надо. И вот сейчас пойдем. Главное не нахуй. И пошли. Это изи, брат. Мы уже умеем. Да я аккуратно, как в первый раз. Зачем торопиться? Зачем? Все легко. Просто медленно проходишь, и все идет в порядке. Ждешь, пока каждый залезет. Тебе не кажется, что... А, да, тут. Ты видишь, как он семенит медленно? А здесь... А давай знаешь как? Давай знаешь как? Я слева, ты справа, и типа мы по ней едем, по этой цепи. Давай вот так, типа. Я нихуя не понял. Ладно, мы поняли. Что могло пойти не так? Ну, неприятно играть, я соглашусь. Неприятно играть, когда ты прикован к имбецилу одному. Видал, как мы... Ну типа, киберспорт уже полноценный. Пошли, я сказал. Блять. Нормально. Ты можешь не падать больше. Я понял, мы типа уже не боимся, да? Мы идем сразу. А что за хуйня? Какого хуя дед опять не пердонит? Почему дед не пердонит на батутах? Я присел в натуре на кулачке, погоди. Ну, типа, да, нормально. Второй, не надо, не беги, не надо, сейвимся. Сейви меня, я брелок, я, бля, я такими силами, я чувствую себя скаловой. Вот теперь один, два, три. Какого хуя ты прыгнул? Он тупой, бля. Давай, один, два, три. Ну, хорошо, отлично. Все, замечательно, да. А куда мы торопимся, собственно? У нас вся адская жизнь впереди, я так понял. То есть у нас время не ограничено. Адская жизнь у нас впереди. У нас время не ограничено. А вот почему? А почему так? А почему? Что за секс с костями? Попробуй ты теперь. Что за порно на костях? А вот так работает. Аккуратно. А здесь нужно прыжок, помнишь? Ты такой филигранный, мелодичный. Нет, я просто пройду. Ты пройдешь, да? Ты не будешь? Так, а нам же туда наверх, да? Правильно, нам же наверх, значит нам вот туда вперед. Нет, это та самая черть, на которой мы пошли нахуй. Аккуратно. Отсюда можно прыгнуть вперед, но мы не будем этого делать, правильно? Мы вернемся назад. Мы не глупцы. Мы не глупцы и не грязные. Мы чистые глупцы. Два, три. Идеально. Замечательно. Без паники. Ты куда? Понял тебя. Я блядский брелок. Все хорошо, я блядский брелок. Она дает нам достаточно времени, чтобы это преодолеть. Погоди. Назад. Более чем. Более чем. Ладно, садимся. Все в порядке. Да пещера, блядь. Да как будто и не падали. Почему я падаю каждые 2 секунды? Может быть, я тороплюсь, мне не надо так. Но здесь маршрут запомнен. Здесь уже выучено. Куда ты летишь? Я хочу побыстрее выбраться, меня там ждут. Люди. Кто тебя ждет? Ты нахуй никому не нужен. Меня ждет пенсия. А могила и так ждет. Меня ждет пенсия. Ты масло. Хуйня. Я не хочу, потому что я брелок. Мне вкусно быть брелком. Не надо. Тебе нравится шероховатая поверхность лифта. Повесьте меня, блять. А что будет после? Рай? Нет. После будет падение с криками. Два, три. И сразу на второй! Похуй, третий! Брат, кстати, неправильный путь, он такой, надо прыжок делать вонючий. Вонючий, блядь, прыжок. С которым ты не справился. Я пойду себе водички налью, погоди меня, блядь.
Я не могу ждать. Давай ты тоже. Я не могу ждать. Ожидание в этой игре приносит мне больше страданий, чем падение. Я не могу. Давай я буду тебе. Просто иди вперед, хотя бы. Пойди на лифт со мной. Иди на лифт. Иди на лифт, сука, со мной. Иди на лифт. Я тебя затащу сюда силой. Я возьму тебя. Ты что делаешь, блядь? Ты что делаешь? Сука, так свесил. Ладно. Ладно, прохождение с небольшим утяжелением. Так делают спортсмены, когда им слишком легко проходить. Па. Допустим. Ну я же здесь пройду, правильно? Я здесь прохожу, правильно? Я здесь прохожу. Идеально, идеально. Теперь этот мужчина нужен мне вот здесь. Ну, блядь. Блядь. Как-то вот так вот. Как-то. Нормально, нормально. Все нормально. Вот он сейчас придет, а я игру прошел. Я так его ненавижу мысленно. Сука, такой бесполезный. Почему я не могу бросить его здесь? Почему вот я не могу... Сука. Блять. Он будет меня держать? Он меня держит, смотри. Нихуй. Залезай, сука. Залезай, пошли. У тебя настолько сбит прицел. Блять. Сука, это мой... Крученой. Цепной псин. Псин, мудил. Да я тебе не могу, у нас же на коробочку залезть. Мне не хватает дури. Ты можешь зацепиться, пожалуйста, мы в самый низ сейчас пойдем. Ну, здесь изи. Да, да. Это, подожди, подожди. Да, я тебя залезу, как на рогатке да, оттянул. Успокой, я тобой успокой. Выстрелил, блин. Один, два, три. Ну все. Все. Блядь. Не надо, не сейчас. Придурок! Ты придурок! Все, 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 ты все. Говна! Тихо, тихо. Ждем, ждем. Какая тупая, блядь. Ты почему ну, прыгнул? Не. Почему надо прыгать заранее? Ты прыгнул, когда она уже была перпендикулярна. Да, давай удалим, брат, а. Брат, я коленкой пизданулся в реальной жизни, бля. То есть я уже физическую боль себе наношу. Это знаешь, чтобы, это чтобы немножко... Я наношу себе физическую боль, чтобы от вот этой вот... моральный избавиться, да, чтобы, он, чтобы так, не так а, сильно нет, ощущать. Ну зачем дальше? Неси меня, сука, неси меня. Ну это кости. Нормально. Это кости, это неприятно, но сойдет. Ну типа... Но это не... Знаешь, что надо делать? Я понял, как там прыгать зато. Я зато понял, как там прыгать. Мы прыгаем не в тайминг. Мы думаем, что сейчас надо прыгать, но на самом деле сейчас не нужно прыгать. У тебя там все хорошо? Да, все там хорошо. Надо, когда она... У тебя там... Заебись, блядь. Нет. Прыгаем. Не надо потлатить, блядский тупой. Ну, у нас есть еще одна попытка. Старик, минуты. Старик, ты заебал меня. Я вошел в деда. Ну, мне тоже. Слушай, у него внутри страшно. Блядь, что это? А, это цепь. Я думал... Я тебя сейчас к дамочке нашей любимой. Брат, блядь, я пойду. Начну с этого ролик. Это выглядит стрёмно. Это ужасно. Собрались. Как тебя запиздить? Как запиздить? А, ты меня отпиздить хотел? Как тебя переебать? А я думал, ты мотивацию поймал, и мы сейчас пройдем с тобой. Эти черепы нас сбивают. Представь, что это просто... В деде, я не сомневаюсь. Ты дурачок! Почему я ты просто пошел вперед? Ты даже не прыгал. Ты не нажимал прыжок. Пошел ты. Бля, брат, давай передохнем. Вот давай нет, за, нет, застопим, нет, застопим нет, эту игру, передохнем. Нет, ладно. Сколько будем передыхать? Мы передохнем. Мы передохнем, а не передохнем. Это ударение расставляй. То есть ты хочешь на диване лежать и играть в это, да? Чтобы вообще не напрягаться и руинить на расслабоне все. То есть ты хочешь и на джойстике, и чтоб я еще играл за тебя. Куда ты поехал? Сука, Майкл Джексон. Сделай погнали, переднюю, погнали. Переднюю. Куда ты? Куда ты? Блин. Ничего не поменялось. Что джойстик, что клава. В аду не выбирают девайсы. В аду нам дано, и вот мы с этим работаем. По-другому никак. Блядь. Давай все собери эти штуки. Он опять прыгает. Вот сейчас, если ты меня не удержишь, я охуею. Я охуею. Да ты чё, гей? Ты можешь меня поднять? Ты, сука! Молодое поколение! Я сам, ладно, я сам. Он с другой стороны. Что? Как? Как у тебя это получается? Я думаю, это ничем хорошим не хочется. Я... Ладно, сойдет. Но в итоге все только ты с другой стороны. Ну ты тоже справишься, я думаю. Ты и с этой стороны справишься.
Чё не так? Ну что тут не так? Что тут не так? Что тебя не устраивает? Да какие баги, блядь? Ты их создаешь. Ты, сука, сплошной баг. Мы на костях. Мы не торопимся. И мы на костях. Ёбаная эта игра. Ёбаная. Ты меня тянешь. Ну ты меня тянул. Ну все из-за тебя, короче, погнали. Давай сюда сразу. Блядь. Давай сюда. Ну мы не... Но с тобой, когда ты считаешь, я уже... Ай, бля, ну мы же пролетали каждый раз там. Мы каждый раз там пролетали, все было в порядке. Эти цепи на мне эту суку так манят. Это про вот эти цепи говорили, я правильно понял? Я даже кости считаю теперь достижением. Все, медленно. Это не уровень. Че это за хуйня? Это начало. Это самое начало. Это херня, это как с трубами, вон... Бля, если ты падаешь, я даже не знаю, что я буду делать, но я постараюсь что-то сделать. Вот, бля, жду, жду. Блядь. Жду, жду, я жду, я блядски жду, сейчас направо. Блядь, мы не дойдем до этого права. Понимаешь, кость даже толще, чем есть на самом деле. В этом месте нельзя же, ну не... Давай обговорим сначала, прям реально. Вот, смотри, вот этот, видишь? Прыгаем еще раз. Замечательно. Хочешь проверить простату? Давай. Нету. Все, мы залезли. Слушай, мы молодцы. Да, мы молодцы. Но пока что мы вообще не расслабляемся ни разу. Потому что сейчас будет вот эта чешка. Она под наклоном, и мы летим вниз, как с горочки. Это нет смысла. Да, надо прыгать, просто, когда она на середине. Да, нет, вот в этом моменте, смотри, сейчас я тебе скажу, когда прыгать, но ты не прыгаешь, просто говорю, обговорим, смотри. Угу. Прыжок. Вот сейчас. Да, смотри, вот, еще раз второй раз для закрепления, а третий раз мы прыгаем. Да. Прыжок, вот сейчас. Прыжок. И третий раз. Все. Только уже делаем. Только уже осуществляем. Прыжок. Куда? Ну ладно. Просто косточки. В очередной раз преодолеть косточки. Ну все, мы опять на качельке. Если что, косточки. Не сильно страшно, волноваться не надо, но... Смотри, надо прыгать по ходу, когда она вон... Вот, смотри, сейчас еще... Посередине, когда она на середине. Не на середине. Вот примерно сейчас надо уже было лететь. Вот погнали, сейчас прыгнем. И прыжок. А почему я не... О, молодец. Блять! А я выполнил вторую часть уговора!